будет большой стенд Республики Крым. Наши коллеги к нам приезжают, приезжают представители Министерства курортного туризма, и помимо этого приезжают представители гостиниц, санаторий, туристической компании. Поскольку вы сами понимаете, что сейчас очень большой интерес и у наших жителей Республики Крым, и у турбизнеса Республики Крым в сотрудничестве с нашими компаниями. Все персонал турбизнеса и также жители понимают, что, конечно, они, когда приедут в Крым, они не найдут комфорта пока. Ну, по крайней мере, не во всех гостиницах найдут комфорта уровня 5 звезд. Но действительно, это климат не очень сильно отличающийся, не резко отличающийся, это не 45 градусов период, как в Египте, например, летом. Это не очень отличающийся климат от нашего. И самое главное, что это именно возможность для оздоровления. И первые годы, пока идет восстановление инфраструктуры, то Крым будет позиционировать себя именно так. И надо сказать, что я, конечно, понимаю, что в этом году там будет тяжело действительно людей пригласить. Но, во-первых, Крым, россияне едут и так очень активно. То есть последние годы, по некоторым там, показателям, Крым, он в случае даже превышал, в принципе, по приезду туристов. И другой вопрос, что очень многих россиян сдерживало именно посещение Крыма, пересечение государственной границы. А с того, что туристы, которые ехали на поезд, там стал ряд неприятных процедур, связанных с проверкой паспортов, там и вещей очень часто. И после, по опросам очень многих наших жителей сдерживало именно это. Сейчас, когда, я знаю, будет в конце концов даже дорожная какая-то, дорожная переправа, и когда дорога в Крым упростится значительно, то наших людей не будет останавливаться. Опять же, то, что будет российский рубль. Психологически это очень на многих людей влияет. То есть мы не говорим, мы не будем продвигать Крым на этом так постоянно, что приезжайте, пожалуйста, вас там ждет отель уровня люкс. Мы будем говорить, что это здравница, это новая российская здравница, и что как девушка, так и детям, там будет очень полезно побывать, чтобы поправить свое здоровье.